Привет, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Проще Простого. И сегодня будет сравнение знаменитых водок. Сейчас уже линеечка пойдет, ценовая линейка выше среднего. Я вам обещал как-то. И вот сегодня представился такой момент. Сегодня на сравнение у нас идут три водки. И все три у нас знаменитые. Примерно в одном и том же ценовом сегменте. Это водка Белуга. Все ее прекрасно знают. Еще больше знают водку Абсолют. И самая популярная водка во Франции это Грей Гусь. Итак, как говорится, не все золото, что блестит. Поехали. Начнем мы. Друзья, с Белуги. Белуга. Все, кстати, все три экземпляра взяты в Duty Free. Поэтому не думаю, что подделка будет. Хотя всякое бывает. Белуга вообще, смотрите, как он в кожаном футляре. Смотрите, какой чистая кожа. Ну, конечно. Это ничего не говорит, ни о чем не говорит, вернее. Самое главное, что у нас внутри. Вы знаете, бывает такая водка, я даже, вот тяжело сравнивать водки. По мне так водка, вот как говорят, бьет по кадыку, которую проглотить даже трудно, и которая мягко заходит. Вот, по-моему, это самый главный критерий. Вот как заходит, как вода, и все тут, но 40 градусов. А еще очень важный критерий на утро. Это все со мной согласятся, конечно. Итак, друзья, начинаем с Белуги. Вы знаете, состав здесь не только спирт и вода, как заявлено в Абсолюте. Здесь еще настой там чего-то, меда, расторопши. Ну, это, наверное, чтобы печенка не болела. Но все-таки начнем мы с Белуги. Ну, водка, водка, пахнет водкой. Это не коньяки, это водку дегустировать очень сложно. Я говорю, вот два критерия. Итак, за вас, друзья, спасибо, что смотрите. Ну, классический вкус водки, по кадыку не бьет, сразу говорю. После первой закусывать неохота. В общем, достойно зашла, друзья. Итак, вторая у нас Абсолют. Что нам скажет Абсолют? А вы знаете, вот запах чуть-чуть отличается. Все-таки русская водка. Она немножко даже по-другому пахнет. Но я не скажу, что плохой Абсолют. Нет. А вы знаете, что я вам скажу? Абсолют даже чуть мягче зашел-то. Наверное, не нужны, может быть, даже эти лишние добавки-то. Хорошо. Но вкус такой же, в общем, классической водки. Немножко такой запах. Он тоже водочный, но отличается от Белуги. Ну да, может быть, тут потому, что вот эти добавки, сахарный там сироп, что-то мед, настойка, вытяжка расторопши. Может, это и хорошо. Но мне показалось чуть-чуть пожестче. Но все равно по кадыку не бьет, друзья. Итак, французская водка. Что нам предложат французы? Ну, пахнет водкой.
Тоже пишут спирт и вода. Посмотрим, перещеголяют ли они абсолют. И белугу. А вы знаете, сразу не буду томить вас. Вкус водочный, в общем-то классический, спирт, вода, что там говорить. Но заходит она почему-то немножко пожестче. Я бы поставил вот эти две водки на уровне. У них примерно и цена на уровне. А вот закусить уже охота после Грей Гуси. Все-таки французы немножко уступают Швеции и России. Итак, ну все-таки, что же бы я поставил на первое место? Ну, наверное, абсолют все-таки. Все-таки он немножко, чуть-чуть опережает белугу, потом белуга и потом Грей Гусь. Спасибо, друзья. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.